Пензе на чемпионате России по тяжелой атлетике состоялись соревнования у мужчин, выступающих в двух весовых категориях до 85 и до 94 килограммов. Главным претендентом на победу в весе до 85 килограммов в рывке считался Роман Хамадшин, который уже успел попробовать свои силы на мировых и европейских первенствах. Все три подхода спортсмена оказались удачными. Результат его последней попытки – 166 килограммов. Однако по итогам упражнения он стал лишь вторым, уступив всего 1 килограмм Олегу Волкову. На третьей позиции расположился Игорь Петров. За столь досадное поражение Хамадшин сумел реабилитироваться во втором упражнении. После того, как он во второй попытке поднял 200 килограммов, стало ясно, что здесь равных ему нет.